Electronic Sports Games returns with a new season, the largest championship among national teams in the history of esports. Dota 2, Hearthstone, CSGO, StarCraft 2, and $5.5 million at stake. European titles will be held in marvelous Barcelona from the 22nd to the 26th of November. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Вы смотрите этот канал, потому что здесь, естественно, квалификации на StarLadder I-League Invitational, он же минор. И у нас развязка в регионе СНГ. Для вас, безусловно, работает Друг и Бафик. Развязка у нас очень интересная. Пока да. Что мы наблюдаем за Нави Спартак в нижней сетке. И у нас 1-0 в пользу рожденных побеждать. Как ни странно, наверное, для многих, но Нави хороши. Нави хороши. Как ни странно, ничего себе. Ну, действительно, кто, ну, такую кто, речь сколько, похоронил. Сколько ожидали людей от Нави, что будет результат? Я думаю, что после последних лет тяжело уже было этого ожидать. Ну, да. Но пока не, старта... будем забегая наперед. Тем да, не говорить. Менее, да, со старта данного турнира большие надежды. Коллектив показывает уверенную игру. В своем регионе, по крайней мере, смотрится топчиком. Мы это видим. И если бы не вчера поражение от Spirit, то вообще сомнений не было у Нави. Хотя да. Первую карту, опять же, они сыграли блестяще против Spirit. Были все шансы довести все до победного и пойти в гранд-финал, отдыхать, ждать своего оппонента и готовиться к нему. Но Нави выбрали другой путь. Легчайшая через лузера, видимо, как обычно все делается, пускай в последней стадии. Спартак непростой соперник. И имперцы не просто так обожглись на этой команде со счетом 2-0. Не смогли во второй раз вообще ничего сделать своему врагу. Поэтому, естественно, желто-черным стоит играть аккуратнее. Ну а что касается команды «Спартак», очень приятно смотреть за новой звездой на горизонте СНГшном. Поэтому... И они, безусловно, приз зрительских симпатий уже получили у ряда наших зрителей. Да, безусловно. Смотри, какой у нас интересный распик получился. На старте открылись Клоквер, Комнатус, Винсер, получили Некрофоса, Дизраптора. И что для меня лично интересно, берут на второй пик именно Бэйна, Нави. Я понимаю, что это не полная контра Дизраптор-Бэйн, но тем не менее, тот же ультимейт, благодаря Глимпсу, очень часто Бэйна может отлетать. Поэтому... Есть определенные опасения за конкретно импакт ультимейта Бэйна в этой игре. Но это все теория. На практике обычно может быть иначе. Эрспирит появляется для Спартака. Во второй фазе решили Нави убрать, опять же, наученные опытом Empire, Алхимика и Вивера. И Спартак убирают Дроу Рейнджер Enchantress. Enchantress, который в нашем регионе крайне популярна стала. И у нас парни используют и в оффлейн, и в четверочку. И она себя неплохо показывает. Да, Йоку уже играл, по-моему, на Enchantress. Играл. Да, по чертежам Фаника. Фаник это все начал, и продолжение тоже было неплохое. Но сейчас надо думать о том, как бороться с Некрофосом. Герой очень опасен, он редко проходит первую стадию банов. Обычно его отправляют в бан. Но, видим, тут аппарат. Тут надо было от аппарата избавляться. И поэтому... Некрофос добрался сюда. Бэтрайдер появляется, сигнатурный для Нави. Следовательно, Роджер будет играть на Клокверке. Ну, мне так кажется, потому что ну да, генерал на Бэтрайдере бахает. Ой-ой-ой. На самом деле, очень крутая игра. И вчера матч против Спирит показал, что генерал может самостоятельно завозить катки. При поддержке Роджера, конечно. И эта связка как раз может работать. Да, это та же связка. Это именно эта связка. Бэтрайдер, Клокверк, первая игра против Спирит. Один в один. Это работа, которую мы уже видели. И она может сработать и здесь. Но есть нюанс, опять же таки, Дизраптор против Бэтрайдера весьма опасен. Если ты будешь инициировать драки, Дизраптор может лишить тебя возможности кого-то на лосо подтянуть, используя Глимс. Но это не мешает доминировать на линии. Не мешает. На линии Дизраптор, да, с маленьким уровнем сильно Бэтрайдеру-то жизнь не портит. Безусловно. Глимс очень безусловно. Маленький рейндж имеет, да и в целом Бэтрайдер всегда успеет добежать. И забрать тебя. Надо выбрать героя в легкую линию такого, который стоит. Мне кажется, что Некрофоса нельзя ставить против этой даблы. Почему-то мне так кажется. И, скорее всего, герой в легкую еще должен появиться для Спартака. В целом можно, на самом деле, Некрофоса даже чуть ли там ни одного оставлять под стиками. Да, под Гошраутом, под стиками этот герой имеет шанс уже. Он уходит в Гошраут и горит. Нет, я понимаю, но он может восстановить себе все здоровье. Если ты вовремя уйдешь в госраунд, нажмешь стики фуловые от Бэтрайдера, то ты просто восстановишь все здоровье себе фактически. В теории он может стоять, но тут можно стаки взять... на тебе висят, и ты продолжаешь гореть. Это и ты правда. Стоишь в когах, и ты в батарейках стоишь. Ух, я не знаю, что сказать тут.
Нет, это правда, это опасно, но под саппортом тебя, скорее всего, не убьют. То есть ты можешь стоять на этой линии нормально. Тот же Дизраптор просто может быть райдером в момент отправить Глимпсом обратно отдыхать. И ты спасен. То есть если говорить о этой линии, то в теории она имеет право на жизнь. Некрофос плюс Дизраптор. Можно также этого Некрофоса использовать в сложной линии. Но я думаю, что я подберу героя, который будет опасен против Некрофоса. Например, мне нравится по такой игре уже, например, какой-то Джиггернаут даже для Нави. Хотя это не самый метовый герой, вы скажете, но против драфта Спартака... Мне кажется, Джиггернаут весьма опасен, может быть. Он не так боится вот этого магического прокаста, который есть у Спартака. Он хорош на линии будет под те герои, которые есть. Комфортно стоит. Ну, не знаю. Нави играли, по-моему, уже Джиггернаутом одну игру и проиграли. Поэтому, может быть, их это остановит где-то. Ну, самая первая игра была Нави, в принципе, в этом составе против... М19, да, если я не ошибаюсь? Mm-hmm. Или Гамбит? Да, Гамбит. Гамбит. Нави обыграли Гамбит 2-0. Да, да. 19 вверху там были. Да, ну что, следующий пик. Ну, на самом деле, можно и темпларку под этот драфт брать. Смело. Сейчас посмотрю, какая это была игра. А, нет, это они Империи с Джиггернаутом проиграли, да. Империи с Джиггернаутом они проиграли. Да, опять Queen of Pain для NATO Свинцер. А, можешь, пожалуйста, если тебе не сложно, поднять тот драфт против Spirit? Кто там был еще, помимо Клокверка и Бэтрайдера? Да, не вопрос. Сейчас одну секунду буквально. Да, потому что, мне кажется, они во многом повторяют предыдущий драфт. Этот Бэтрайдер, Клокверк. Бэтрайдер, Клок, Дизраптор там был, Свен и Пак. Вот Свен, такая Пак, была, да, комбинация. Да, все окей, значит, просто парочку героев повторили, и все. Хаус Найта банят. Спартак. Нави убирают Энигму. Действительно планируют видеть Некрофоса все-таки в легкой линии. Добирают Пэла. Вот так вот. Пэл герой очень опасный. Как раз собирает себе тоже Diffusion Blade, который хорош, безусловно, против Некрофоса. Плюс тут есть активные герои, которые могут дать Пэлу пространство немало по игре. Нравится мне этот выбор. И герои, которые есть уже у Спартака, они не так быстро с Пэлом справляются. То есть и на старте игры, конечно, есть чему ловить и убивать. Тот же Эрспирит, Дизраптор, эти ребята могут. Мирана. Но с течением времени с первыми артефактами ПЛа будет очень сложно Спартаку с ним справляться. И не стоит забывать, что есть еще Бэтрайдер Квапа. Я думаю, что вновь будет ставка у Нави, как это ни странно, на центральную и на нижнюю линию, а не на ПЛа. Опять же, мы видели эту работу Клокверка. Уже не первый раз Натус Винсера будет продемонстрирован. Ну и антимаг для Спартак Esports. Вот так вот. Замыкают свой драфт. Ну что ж, есть опасения за Спартак. Есть опасения, потому что вновь у них могут оказаться слабые линии. Это реально так. Тут у Нави ответов хватает на то, что есть у команды Спартак. Есть герои по типу Клокверка, которые спокойно совладают с Эрспиритом на ранней стадии. Квапа не сильно уязвима против врыва в Эрспирита, безусловно. Особенно первых врывах, да. Не говорим мы там о втором уровне, когда уже появляются, например, оглушение либо же Сайленс. И о третьем. Мы говорим именно о первом уровне. Там Квапа стоит комфортно. И вновь Квапа Мирана. Мы уже видели это. И это работало в пользу Натус Винсера. Поэтому я осмелюсь предположить, что и в этой игре будет что-то похожее. Если здорово Спартак не поработает на центральной линии. Но ты и не можешь, на мой взгляд, поработать смело на центральной линии. Почему? Потому что, приходя на центральную, ты даешь слабину на нижней линии. А там Бэтрайдер готов раскрыть себя. А там Клокверк может себя раскрыть. Не убил Квапу в центре, потерял время. Внизу герои могут погибнуть. То есть, мне кажется, в этом плане вновь работа на сложной линии, на центральной, у Нави должна быть в фаворе. Они должны быть все-таки лидерами в этом моменте. Да, они в прошлой карте так действовали. Они оставили Кристаллайза самостоятельно. То есть видно, что он в принципе самостоятельный игрок. Очень часто Эмпайр. Рома, дай договорить. Да, видно, что там играют также через Чапи, его, в принципе, вниманием обделяют, и он самостоятельно стоит, фармит, все складно для Империи зачастую получается. Здесь можно то же самое делать, благо Роджер и Генерал уже это показывали. Но Спартак взяли антимага, и мне очень интересно, как Арк будет на этом персонаже играть. Герой немного позже, мне все-таки кажется, становится опасен, нежели Фантом Лансер. Фантом Лансер немного дешевле артефакта, и он, в принципе, может драться идти с появлением Diffusion Blade. Да и без Diffusion Blade может идти драться. А Арку надо более пассивно действовать. Небольшая победа Спартака в центральной линии. Знают, где поставил вард оппонент. Увидел своего врага Чуваш. Ну и я думаю, что примерное местоположение опс-варда должны знать. Да, ставится с энтри.
И Вард разбивается. Скажи, пожалуйста, по твоему опыту, просто напомни мне или просвети, хватает ли скорость каста блинка антимага, проходит под батарейками, если он в соло будет закрыт? Может ли он упрыгнуть? Да, он может выпрыгнуть. Mm-hmm. Он может выпрыгнуть. Да, все. Тогда понятно. Еще дополнительная опция данного керри-героя. Все-таки не рискнули Некрофоса туда оставить. Я думаю, видели, чем это обычно заканчивается. Генерал-то просто шальной. Он просто летит за Т1 вышку. В деревья за Т1 вышку туда дальше. Между Т1 и Т2 догонял своих врагов. С Роджером на пару это можно смело делать. Ну и пока не встречаются, но вроде как даже план рисуют. Натус Винцера, чтобы пойти отжать вышку. Роджер уже на позиции. 8 секунд. 7. Пошел. Ничего еще не качал. Возможно, когами будет отрезать. Скорее всего, так и будет. Роджер ставит коги и забирает баунти руну. 3 руны достается Нави. Но Роджер отрезан от своей команды. Санейка, правда, бежит спасать. Санейка сейчас добегается, по-моему, в этом спасении. Со спины уже заходит Клокверк. Роджер Крипчиков с собой увел. Да, ну, ты знаешь, я думаю, что не сладко будет вверху. И достаточно много веселья там будет. Все-таки Нави ставят сложную ПЛ, отправляют туда также Бэйна. У нас продолжается погоня за Роджером. Роджер тут просто... Сумасшедшее количество времени, конечно, дает в сложной линии своим ребятам, но, скорее всего, его тут должны добирать. Ставит коги, Роджер все еще живет. Все, на этом закончилось. Если не будет СМИ до перетяжки. Нет, он идет. Будет ли отдаваться нейтралом? Обалдеть. А, подожди, что-то тут Роджер. Не, он так, не хочет уходить, если он нейтралом, видимо, хочет идти отдаваться, я думаю. Но есть подозрение, но при этом он чуть было не настиг случайно абсолютно Air Spirit. Да, он под вышку пошел отдаваться. Чтобы быстрее добраться до линии. Ну, и, по-моему, аналогичная история была на предыдущей карте. Либо Нави, либо кто-то другой. Это немало золота он дает, на самом деле. По 118 каждому, это такое. Но... Он сейчас вверху уже просто будет. Он купил телепорт. То есть он уже быстро окажется в верхней линии. Либо в центре даже, да. Он под Дэнди идет. Ну, окей. Хорошо. Верхний. Бэтрайдер нижняя, да. Я имел в виду нижнюю, конечно. Но Роджер немало дал времени именно вверху, поэтому здесь какой-то небольшой плюс с его стороны есть. Уже сместился в центр помогать Дэнди. Но заметьте, как решили поменять свои планы Спартак. Вот тоже по драфту, опять же, наученный опытом линии Queen of Pain против Мираны. Всей этой истории. Некрофоса туда определили. Пока что Некор стартует намного лучше, чем Мирана в предыдущей игре. А Мирана против Бутрайдера может постоять, безусловно, имея лип. Бутрайдеру не просто будет как-то добраться до Йоку, убить его. Да, ПЛ с Бэйном, конечно, антимага обыгрывают по фарму. Прилично так. Кристаллайз 8 на 2. Антимаг пока только 3 крипчиков смог забрать. Ну, забирают. Постоянно лишают здоровья антимага. Вынужден будет Арк использовать регенерацию. Ну и держит неплохо линию также. Нави вверху. Да, в целом Некрофос шикарно себя в миде чувствует. Квапа ничего толком ему не делает. Он ее еще и заталкивает. Чуть ли не под вышку. Надо Дэнди неудобно стоять под своим тавром. Ну, справляется. Вроде как Данил, да, действительно, с лоскитом. Проблем у него немного. Тем более, скоро появится 2 нул талисмана. Можно и под вышкой нормально стоять фармить. Переиграл БЗЗ. А что происходит? Этого крипа не смог забрать. Роджер заходит в спину БЗЗ. Надо уже как-то пытаться уйти отсюда. Но коги стоят. Не может БЗЗ выйти. Есть Гошраут. 4 уровень. Все, он должен жить. Гошраут, стики, фейрифайр. Живет. И лечение! Еще живет! И на развороте! Не уйдет. Нет. Но тут близко было. 4-й получил. Чуть бы раньше, может быть, было бы больше шансов. Гушраут пораньше прожать. Далеко зашел. БЗЗ грамотные, грамотные коги поставил Роджер на отходе. И вроде все было, да, у Некрофоса. И Fairy Fire, и пару стиков было, но не хватило. В откате все-таки был Деспульс. Да, ну ты уходишь в госшраут, ты получаешь магический урон от Queen of Pain. Она же про кастом будет дамажить. Но если бы он под шраудом еще и деспульс нажал, я думаю, что он бы выжил. Вот проблема в том, что госшраут закончится, потом деспульс он прожал. Так у него между этими тиками получилось. Да, и так раз за разом. 2-3 раза так ошибиться, ты потом можешь и деспульс. Это, кстати, полезное действие. Сбил кларити квапе. Но у квапы уже есть банка, поэтому может не столь актуально это все быть. Роджер вновь заходит в тыл. БЗЗ, и вновь есть шансы БЗЗ наказать. Но в этот раз убить его будет явно сложнее. Ну так, тут как бы самим не опростоволоситься, не погибнуть. Тут еще и Распирит подтягивается. Ну да, когов у себя под вышкой можно не бояться БЗЗ. Тем более мана регенерируется хорошо. У него ласт-хит как-никак крутой, и он обгоняет квапу по
добиванию крипчиков. А как тебе ласт-хит Бетрайдера против Мираны внизу? Пока что Мирана доминирует и действительно здорово стоит линию Йоку. Генералу шансов особо не оставляет. Стики, причем уже грейджены. Именно таким затаром приходил на линию Йоку под грейдженный стик. Да, ну, для того и ставили Мирану, чтобы она себя чувствовала хорошо. Ну, конечно, можно лип сделать, но вот разворот очень трудно дается. Генерал далеко заходит, прилетает арк сюда. Вот такая перетяжка случилась. Он помог своему тиммейту, и это фраг. Это фраг на Бетрайдере. Да, ну арку немного надоело, что вверху стоять непросто. Он решил пойти вниз, там пофармить. Посмотрим, будут ли менять свои линии Нави. Кристаллайз уже берет телепорт, делает его на нижнюю линию. Да, Нави тоже меняются. Посмотрим, кто в этой перетяжке преуспеет больше. Да, подтянулся в центральную линию Спирит, поставил вард, который обзор на Дэнди дает тут своеобразный. Да, тяжеловато, конечно, антимагу. Вот негде ему просто фармить. За ним бегают, его напрягают. Вниз пришел, тут его прогнали. Святыню пришлось нажать. Да, он ведь может просто по темпу не успеть за Фантомлансером. Но он тут в целом такой драфт у Нави опасный, да, и ПЛ, Квапа, герои довольно быстро набирающие и опасные даже в мидгейме. Вот ПЛ кажется такой неопасный персонаж, тоже ему нужен фарм определенно, но вот копья его, постоянный его спам, даже в атаке в любой из драк, он намного сильнее, чем антимаг может оказаться. Да, у него прокаст есть, и у него артефакты необходимы немножко подешевле, чем антимага. Роджера заталкивает за собственные коги. Уже старается уйти. Есть уже ультимейт у БЗЗ. Фраг для Спартака. Третье убийство уже они делают. Но Роджер маленький уровень имеет. Шестая минута заканчивается. У него только второй уровень. Поэтому как-то там мансить что-то делать трудно достаточно. И он агрессивно действует. Там и мидер, и пара саппортов наказывает его. Но коры Нави продолжают фармить. 36 на 5 идет Фантом Лансер. И антимаг только 19 на 1 имеет. В принципе, да, по добитым крипам тут 2 к 1 в пользу Фантом Лансера. Да, ну, пожалуй, пока самое неприятное для Спартака это все-таки АМ. Но в целом за счет Некрофоса можно понемногу выезжать, за счет Мираны можно выезжать. У них ведь и Мирана, и Некр стоят здорово. Поэтому антимаг может раскрыться со временем, ему дадут пространство. Другое дело, что Нави, скорее всего, с него не слезут в этой игре, в принципе. Есть у меня такие ощущения. Пошли агрессивно вверху Нави. Атакуют они антимага, подключают батарейку. Роджер не отпускают антимага. Антимаг горит, 5 стаков на нем. Какие коги великолепные со стороны Роджера. Там был флеймбрейк, поэтому сгорит антимаг в любом случае. Это уже еще минус 2. Еще и прилетел на смерть верную Эрспирит. Серьезно, как же тут Нави? Просто джекпот поймали. Подсвечивает чуваш, бедненький, пытается убежать, заходит в деревья. Это трипл-килл для генерала. Ой, это действительно ГГ. Да уж, набедокурили здесь. А, ну вот, вот этот антимаг. Ну вроде бы герой, который от магии защищен, но флеймбрейк, причем генерал часто берет флеймбрейк себе. То есть даже АМ при учете того, что делает даггераут, все равно продолжает гореть. И не даггераут, блинкаут в данном случае, и продолжает гореть, получать массу урона. Там миллион стаков был на нем. То есть опция, чтобы уйти, практически не было. Ну и отличные коги от Роджера. Притормозили. Да, 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 браво. Просто сбили, сбили первую попытку блинковаться. Ну круто, круто. Роджер плюс генерал. Это вот, не знаю, это супер крутая связка. Сроднее ФНГ Айсбергу, которую ты любишь. Тут не с Дэнди именно синергирует Роджер, а с генералом. Да, и дальше будут напрягать антимага. Но это не сладкая игра. Даже очень горькая, я бы сказал, для арка. Но еще раз повторюсь, друзья, чтобы не было каких-то иллюзий, на самом деле Некр на хороших позициях у Спартака. Мирана также чувствует себя неплохо. Поэтому пока то, что происходит, это не конец. Да? Безусловно, это старт игры, и здесь есть определенные сильные стороны у Спартака. Не, да, безусловно, да, у нас небольшое преимущество у Нави, оно действительно не подавляющее. Тут момент, который мы пытаемся озвучить, что перспективы у Спартака немножко более туманны, чем для НАТО Свинца. Угу. Потому что ПЛ гораздо раньше будет убивать, чем это будет делать антимаг. И у ПЛа все прекрасно, у него лучший нетворс на карте. Миша должен погибнуть, бьется Акоги. Миша погибает, пытается уйти арк. Ну, пятый уровень, второй блинк у арка должен уходить. Вот единственный нюанс, пожалуй, который стоит еще тоже добавить в такой не сильно глубокой, но тем не менее аналитике, то, что
у Нави пуш, мне кажется, немного уступает пушу Спартака. Если мы говорим, что Мирана нормально фармит, если антимаг нормально фармит, эти парни могут просто достать Нави своими пушами постоянными. Но и у Нави есть герои, которые способны вылавливать нормально на спидпушах. Это и Битрайдер, это и Бейн, который может подцепить под телепорт. И поэтому, да, Нави, возможно, не сильны в пуши будут, но в плане вот мидгейма они будут постоянно вылавливать и останавливать любые попытки спидпуша со стороны Спартака. Так что даже в этом аспекте кое-как, но Нави выглядит сильнее. Да, Рожер уже сам пришел постоять верхнюю линию. Но здесь антимаг и дизраптор неподалеку. Можно даже попробовать забрать Роджера, если сильно нагло будет действовать он. Но пока не выходит. Не выходит. И Миша. Миша причем под вардиком там палился. Нави, предварительно заходя за Т1 вверху, поставили обсерв вард. И он, в принципе, палит позиции. Кто там прилетает? Зачем он прилетает? Миша. Миша попал в коги. И Миша может погибнуть. Отправляет, конечно, генерала подальше. Залетает флеймбрейк. Миша в таверне. Антимаг пытается отомстить, пытается забрать Клокверка, стрела от Йоку, Роджер уворачивается и делает телепорт, зная, что у оппонента на антимаге нет шестого уровня, стрела мимо пошла. Отличное решение от Роджера на ту Свинцера, и в этом моменте переигрывают Спартак. Да, ты в проброс это сказал, а тут, мне кажется, даже можно интонационно выделить. У антимага на 11 минуте нет шестого уровня еще. И в этом была заслуга, безусловно, агрессии со стороны Нави. Но тут и драфт постарался. Хотя, опять же, это был замыкающий пик. Но они, да, брали такое, они брали спорное, спорного героя, который вот авантюрный. Так и назовем антимага в этом драфте. Ну, я же говорю, здесь, с другой стороны, вот мы говорим о том, что это не предыдущая игра. Там тоже гнобили Свена, там тоже не давали ему нормально развивать свой фарм. Да, он убил трижды на линии, но при этом он фарма практически не имел нормального по отношению к другим героям. На центре атака от Трайдера Некрофоса забирает. Очень важный выход и очень важное убийство для Нави. Нет, ну просто что есть Свен? Свен с ПТ, например, одним может смело убивать. Шестой, седьмой уровень, он может одного-двух героев вырезать. Антимаг с одним ПТ... Смотри, что Роджер вытворяет. Роджер пошел просто под вышку за дизраптором, дает ракетку, избивает Мишу, добьет его. Но может погибнуть от антимага. Все еще живет. А у него еще... Да, у него... Переживает удар. Да, у него урна была. У него была урна, сейчас будет два стика. Не бежит дальше, арк, Роджер. Обалдеть. Что же происходит? Ты что, ненормальный? Ой-ой-ой, как же они вытворяют. Просто в наглую зашел, убил дизраптора под вышкой. И все синтимага как-то. Так, сейчас подождем, сейчас кинетикфилд закончится, я пойду. Ну и, кстати, то, что он урну использовал, вот эта одна тычка должна была добивать его. Он бы не пережил этот удар, безусловно. Это микромомент, который решил сейчас исход. Мне кажется, арк дальше не пошел, потому что, знаешь, так... Не хочу я просто ходить. Ну да, там грипы стоят, которых ты не видел никогда. Да... И хочется, и колется. 3000 в плюс. Он бы, скорее всего, не добил. Если не ошибаюсь, у него там даже маны уже не особо оставалось на блинк. Вот если я не ошибаюсь, по-моему, там даже маны не хватало. Батареяса вот откатился бы к тому моменту, можно было бы драться заново. Да, слушай, ну вновь вот ситуация такая, что... Или вдруг там шестой был близко. Еще Клокверк взял бы и антимага убил. Ну да. Первая позиция вновь у Спартака страдает очень сильно. Но что бы я хотел отметить, это то, что по сравнению с предыдущей игрой, есть две позиции, это вторая и третья, которые способны в мидгейме здорово помочь Спартаку. Может быть, даже лучше, чем в предыдущей игре это делал Дарксир. На квапу атака в центре, урона не хватает. О, и плюс Снейка. Снейка. Идеальный сон от Снейка. Дэнди, конечно, не добивали. У него там было процентов 60 здоровья. Но даже здесь, в микромоменте, Снейка отыгрывает здорово. Как же это должно быть? Это по типу Роджера, который курьера забирает под фонтаном на вашем. И забирает еще и саппорта. Поймали Некрофоса. Ну, вот у него так такой вот выручалочки нет, как Бейн. Бейн с другой стороны. Еще один фраг, 9 на 3. Ну все, и Бэтрайдер вверху в это время убивает антимага в соло. Слушай, ну все, идет, wow, он плохо. Вот все, буквально каждый микромомент, он заканчивается в пользу Нави. Везде Нави успевают. Везде Нави переигрывают. На каждом, вообще, вот на каждом клочке карты Нави переигрывают Спартак. Да. Пришел чуваш 4 уровня, пытается генерала 10 уровня с барабанами и стиками забрать. Ну, поздновато, не успели на праздник. Я молчу, Пэла мы не видим в принципе. Посмотри на Пэла сейчас. 6К. Мы вообще его не видели в этой игре. Да, 6000 против 3200. Я еще раз говорю, на таких Пэлах даже там я могу исполнять, вот играет, когда так играет команда. У него диффуза. Да, да, да. У него после этого крипа диффуза. Когда ты играешь вот так на Пэле, когда тебя просто никто не трогает, твоя команда все сделала, тебе нужно просто добивать крипов хорошо и много. Все. И для тебя это максимально удобная игра. Ты даже не должен думать о том, что тебя кто-то будет напрягать. Да, чуть наслепую только что
что Роджер не забрал Йоку. Если бы Когами попал, мог бы и забрать его. Батарейки, все было включено. Ну все, диффуза. Прощай, наш сладкий Некрофос. Слип по Некрофосу, руну забирает Дэнди. И бежит ПЛ. Сюда как раз БЗЗ притормозит. Я думаю, что тут опасно идти, потому что, да, там шестой дизраптора, который в центре засветился. И вновь глубокие варды в той же позиции, что и в первой игре со стороны Нави. Это вновь, если я не ошибаюсь, Роджер постарался, да. И он идет еще один, по-моему, ставить. У него два варда еще в наличии имеется. А у него ультимейт, к слову. Он готов сейчас инициировать драку. Может, и курьера подрежет, кстати. Да, он не факт, конечно, что он заберет курьера. Что неудобно очень это делать. Дэнди в миде забирают под ультимейт дизраптора и под ультимейт Некрофоса. Ну да, тут хорошо сработали. Тут много сил бросили, и главное, что добились результата. А там Кристаллайз в соло в это время антимага забрал. Не в соло, точнее, а с Бэйном вместе забрали антимага внизу опять. Ну, хотел Арк поискать себе фарма, искал для себя безопасную линию, но нет. Я даже не сомневаюсь, что, наверное, двух-трех крипов смог добить в этой ситуации. Но все это закончилось плачебно. 6-800 против 3-700 от антимага. 3-700, да, в два раза фактически. Ох, мессишка. Ну... И даггеру Бэтрайдера сейчас вообще можно вылавливать, даже продолжать этого антимага гнобить. Но вообще, да, тут нужно какую-то неистовую игру показать сейчас Некрофосу, Миране и парочке саппортов. И вообще 5-600 Бэтрайдер идет. Клоперк поймал Некрофоса, рядом находится Кристаллайз. Не уйти в Гошраут, вообще никуда не уйти. БЗЗ должны тормозить, кинетик филд есть, но дальше решил прыгать Кристаллайз. Бьют БЗЗ, БЗЗ должны добивать, у него нет маны, за Мишей идут. И Мишу тоже забирают. Миша тоже не справится никак. Уходит отсюда Роджер, понимает, что сыграна данная партия. Надо идти дальше. Да, и параллельно, параллельно Бэтрайдер забирает Йоку. Прыгает на ход Эрспириту. Не дает ему катиться. На роллинг Балдере. И Queen of Pain добивает. Будут ли играть? Слушай, Спартак, ну дальше? Это вообще издевательство, да. Вот это игра на вылет для них, но будь, опять же, будь это где-то первая карта какая-то, или имей один поинт в плюс, Спартак, я думаю, хватило бы там нервов и сил, и написали бы просто ГГ, перешли бы в следующую. Но надо, да, помнить, это игра на вылет. Видно. Здесь надо пользоваться всеми шансами из возможных. Он сейчас вдруг ошибется. Клоппер встречает антимага. Антимаг пытается сделать телепорт. Ракетка есть? Не туда. Роджер дает ракетку. Антимаг спасается. Антимаг ПТ купил? Да, ну надо как-то фармить арку, и нет просвета. Причем, понимаешь, в чем дело? Даже получив здесь БФ, он не сможет разогнаться, потому что герои у Нави, еще раз говорю, подходящие для контроля конкретно антимага. Тебе не дадут нормально фармить всегда. Тебе вот нужно намного больше слотов. Атака Дэнди, на Queen of Pain. Дизраптор был рядом, глимсует его, там есть Старик Шторм, Кеннедик Филд. Сейчас, кстати, антимаг может много золота получить. А Дэнди живет, Дэнди по-прежнему живет, Дэнди готов упрыгивать. Дэнди упрыгивает в обратную сторону, а АМ будет ли продолжать движение? У него есть мановойд, поэтому можно Дэнди даже попробовать забрать, но там большой уровень. Сильно. Мне кажется, где-то еще и боятся тоже немного. И у Дэнди был прокаст. Реально не добиваешь ты его с мановойда, например, Дэнди на развороте. Но там маны, правда, не было у Дэнди. Это такой нюансик тоже немаловажный особо. Но на проказ бы не хватило. В итоге все равно не пошли. Беда у Спартака... Слушай, у нас смог выход, прости, я тебя перебью. Смог выход центральную линию. Да, там и внизу в это драка. Время Кристаллайза хотят забрать, подожгли его. В центре убьют Некрофоса, это я параллельно так вам рассказываю. Некрофоса убили, Кристаллайз, по-моему, спасается. Да, Кристаллайза не убьют внизу. И сейчас вот эта тройка из Нави подойдет в спину парням, которые атаковали Фантом Лансера, и могут еще их наказать. Да, лассо уже нет, но тут и без лассо можно разбираться. Почему нет? А есть все ультимейты. Клоперк уже готов врываться. Клоперк просто цепляет Мишу, закрывает его в коге, в соло. Генерал дальше побежал за Йоку. Йоку ловят финсгрип. Чуваш пока по деревьям прячется, пытается хоть куда-то скрыться от этой толпы героев. Не удается ничего сделать. Чуваш его вряд ли отсюда отпустят. И хукшот от Клокверка завершает побеги Спартака. Один антимаг жив, но разве это жизнь? Да, вот с каждым таким моментом вбивают по гвоздику. Я сейчас понимаю, насколько же качественно в то время Каспер завопил это ГГ. Как же оно добавляет настроение команде, которая пребывает в хорошем таком расположении духа? Да, вот оф-топ, конечно, многие предрекают то, что чат-колесо пропадет, вот это звуковое именно, с патчем, который должен быть уже завтра. Большая на серверах. И если так и будет, то, я думаю, многие расстроятся. Я уже расстроился, я даже не знал эту новость. Ты сейчас взял и... Ну, многие предрекают, что с окончанием Battle Pass'а вот эти вещи, все плюшечки, они пропадут. Но я надеюсь, что Valve все-таки свое сообщество не обделят в этом плане.
Посмотрим, как оно будет на самом деле. 9000, Phantom Lancer, 5300, антимаг. Просто держу в курсе. Да-да, у нас вообще вот все по общей ценности печально для Спартака. Ну, все очень плохо идет. Ну, внизу атака планируется. От Na'Vi, похоже. Сюда идет телепорт от Пэла. У нас схватили Эрспирита, убили. Даже не попал флеймбрейком генерал, но он просто отрезал путь отступления. Слушай, ну очень больно на это смотреть даже на самом деле со стороны. Вот понимая эмоции игроков Спартака сейчас, я прекрасно понимаю, да, как они сейчас чувствуют себя. Да, все усугубляется тем, что карта для них — это карта на вылет. У них нет права на ошибку, а они уже ошибились. И ошибились очень сильно, и трудно что-либо сделать в этой игре. Ну, как бы надо что-то невозможное завершить. Тут, если будет камбэк, то, во-первых, Na'Vi должны хорошо ошибиться, во-вторых, Спартак чуть ли не идеально должны исполнить. Даже вот сложно представить, да, для себя вот в голове вырисовать картину, при которой Спартак должен вернуться в эту, да, игру. Да, мы же можем добраться до такой стадии, где даже идеальное исполнение не позволит генерал, забрать героя. Генерал идет атаковать антимага. Он схватил АМ, рядом есть Бейн, можно продолжать это все ультимейтом Санейка, и антимаг просто сгорит. А Клокверк пошел пути подхода. Гадлайк на секундочку у генерала. Гадлайк. У Клокверка есть кукшот, он решил догонять. Сбивает Роулинг Болдер. Есть батарейки, батарейки работают, сбивает еще и телепорт Роджер. Ай, как же он издевается, а как же все получается складно для него, и как бедные несчастные Спартак страдают. Игроки Спартака страдают от Роджера. Приобретение. Причем, знаешь, вот если мы говорили о предыдущей игре, мясо, там была комбинация. Мы говорили о том, что как бы ни проходила игра, всегда можно надеяться на то, что какой-то вакуум шальной залетит, какой-то проказ зайдет нормальный, да, там под аппарата, под шейкера в той игре. Угу. Здесь даже комбинацию-то придумать сложно. Вот что должны сделать Na'Vi, чтобы они подставились под какой-то там неадекватный проказ со стороны Спартака? Да, внимание, в Nightmare билд генерала. Генерал покупает себе Роа. Да, антимагу просто не жить, и Миране просто не жить. Вот любому. Там эти герои... Юри надо, понимаешь, получить сначала, а потом уже думать о Монтастайле. А тут уже задача, нет, следующего они уже порядка. Куражатся. Они просто по Т3 убивают врага. И видно, что, ну, обескровлен Спартак. Ну, сделать ничего не могут парни. Они не могут прыгнуть выше головы. Игра не позволяет, к сожалению, это сделать. Как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, Na'Vi даже наказать уже нельзя. Посмотри на этот сумасшедший перефарм. 16 тысяч, 22 минута игры, идет счет 24-4. Это уничтожение, аннигиляция, как хотите, так и называйте. Я не знаю, ну из интриг здесь остается то, будет ли Battle Fury до конца игры в антимаг. Внизу атака вновь со стороны генерала. На этот раз Queen of Pain, Мирана подвергается атаке. Ее забирают и пытается сделать телепортер Spirit. Сбивает телепорт ему Бейн. Эрспирит тоже погиб. Да уж. Ну что сказать. 4-0, 3-0, 5-1, 3-2, 11-1 генерал. А дальше 0-7, 0-6, 1-3, 0-4, 2-6, БЗЗ в миде. Ну, это все новости к этому часу. Есть! Есть Battle Fury для Арка. На самом деле, я очень симпатизирую команде Спартак. Они и так высоко забрались, и они показывали уверенную классную игру. В частности, против Империи просто хвалебные оды хотел петь данному коллективу. Но то, что с ними сейчас делают, я не знаю, это испытание на прочность для любой команды. Смотри, что происходит вновь. Находят антимага, и казалось бы, вот оно Battle Fury, ну в руках уже, и фармить можно, и радость, и сладость, но нет, тебя сразу поймали, сразу убили. Как не было этого Battle Fury. 7 секунд он там был, сдаются, да, пишет ГГ, сдаются. Это издевательство. Спасибо на самом деле, Спартак. Вот это я называю уйти красиво. Это было действительно хорошо. Они не стали ждать до последнего, когда станут их стороны падать. Они, ну, дали себе это отчет. Это тот случай, да, когда тебе нужно только вариант. Чудо. А чудо какое в доте бывает? Там 5 героев вылетели, я не знаю. Na'Vi пошли в пятером под фонтан, 2 раза отдались. Но мы же понимаем прекрасно, что такого не будет. Знаешь, очень символично вышло с этим Battle Fury. Они его ждали, они хотели, они какое-то пространство выигрывали для антимага, чтобы тот нафармил Battle Fury. И сразу же после покупки Battle Fury его убивают, и после этого незамедлительно последовало ГГ. То есть они действительно ждали, еще надеялись, что где-то можно сплитить, камбэкать. Но это была бы минус сторона. Ну, можно только представить, какие эмоции испытывали парни в этой игре. Первая еще была боевая. Они... Вторая, ну... Да. В любом случае, да, ну тут по игре мы все, в принципе, озвучили. Действительно, просто переехали своих врагов. Тем не менее, Спартак топ-3 квалификации СНГ, где сильнейший к
коллективы те же, которые были на квалах к International. Ни в коем случае не хочу, да, действительно тоже умалять их заслуг, потому что парни проявили себя весьма неплохо. Они, ну, давайте говорить откровенно, выбили одних из грандов, наверное. Они выбили Империю, и вчера это была, наверное, небольшая сенсация, как бы там ни было. Сегодня, ну, Нави сильнее. Нави сильнее, и это нужно принять. Из артефактов один-единственный артефакт на команду — это Battle Fury. Остальные очень дешевые, ну, там, Veil of Discord еще. Ну, туда. По стратегии ситуация похожая. Вновь не удалось сделать сильные линии. Какое-то время получилось там Миране круто пофармить один на один. Стояли с Бэтрайдером, фармили. Но вновь арка вообще не было две игры. Арка удалось Нави просто убрать с игры. Что на Свейне арку не давали продохнуть? На Антимаге, ну мы понимаем, это вообще издевательство было. Это тот случай, когда ты в пабе просто можешь ливнуть. Потому что, ну ты понимаешь, что против тебя все идет. Я не могу, я не ливаю. Ну я в целом говорю. И ты понимаешь, что все, это беда. Вот тебя просто фокусят в каждом моменте. За тобой бегает Бэтрайдер, за тобой бегает Бэйн. Над тобой издеваются, банально. Нет, в этой карте даже обсуждению как таковая какая-то аналитика, стратегия не подлежит. Просто очень качественно расставились линии и исполнили. Бэтрайдер, я не думаю, что покинет у нас стадию банов. Вот на первый будет отлетать, скорее всего, от спиритов. И спирит натерпелись от Бэтрайдера. И об этом стоит говорить. Это действительно один из хедлайнеров на Тус Винцер. Пожалуй. Бэтрайдер, естественно, в исполнении генерала. И Клокер плюс Бэтрайдер уничтожил спирит минут за 25. Поэтому я думаю, что в гранд-финале мы не увидим. У нас еще, кстати, одна штучка, пока мы не перешли к паузе. А я быстренько, вы не обижайтесь на меня, я быстренько посмотрю, или у нас есть апдейт по поводу того, как финал будет. Да. Чуть не обижайтесь. Ладно, окей. Ну, я же как бы неуважение с телефона. Я смотрю просто, или у нас гранд-финал будет быстрее, или мы подождем еще полтора часа. В любом случае, вы увидите на табло, как будет по графикам, 21.30, как обычно, но, возможно, раньше. У нас по мимасам я хотел проехаться. Нави попали во все возможные финалы из квалификации. В трех финалах участвовали Нави. Финал верхней сетки, финал нижней сетки, и теперь гранд-финал, где, в общем-то, вся публика предрекает им обычно участие. Так что все сложилось для NATO Свинцер неплохо. Team Spirit — это грознейший соперник. Он уже наказывал Нави. Так что Нави тут придется даже где-то камбэкать. И не будем забывать, Team Spirit на квалификации к International. Топ-2, на секундочку. Они проиграли только Империи, проиграли в гранд-финале. Поэтому это не просто случайная команда, которая там оказалась. Нави должны об этом знать. Даже несмотря на то, что у них своеобразный подъем имеется. И команда, которая умеет побеждать Нави, она это уже показала. Да, но Спирит смотрится грозно. Я надеюсь, что Нави с вчерашнего матча выводы сделали, но Спирит, я думаю, тоже делают для себя выводы. Они из этого матча, конечно, сделали выводы, которые, конечно, смотрели. Конечно. Они же не просто так там в гранд-финале ждут и смотрят. В общем, мне сказали, что пока информацию узнают у команд, чтобы вас не задерживать, пожалуй, нашими разговорами, все-таки мы уйдем на паузу. Вообще матч запланирован изначально на 21.30. По Киеву, по Москве. Я почему-то думаю, что мы начнем раньше. Может быть, 21, я подозреваю. Ну да, еще час 40 до 21. В общем, смотрите, 50 до 21, ситуация следующая. Вот буквально в течение 5 минут мы выясняем, готовы ли команды сыграть раньше. Если они готовы, то эта информация появится у вас в виде таймера. То есть сначала мы ставим таймер там на час, как это по расписанию должно быть, мы делали, а потом исправим. Все, друзья, в общем, смотрите за таймером, 5 минут, и вы будете все знать, чтобы мы вас не задерживали. И нам расскажете. Да, расскажете нам. Все, до встречи в финале. Barcelona from the 22nd to the 26th of November.